Служба CNN сообщает, фильм Вина Дизеля «Форсаж 7» за первый уикенд в американском прокате собрал рекордные 143 миллиона долларов. Предыдущий рекордсмен, нашумевший фильм «50 оттенков серого», собрал за первый уикенд в американском прокате всего 85 миллионов долларов. В мировом прокате «Форсаж 7» заработал за первый уикенд уже 240 миллионов долларов. Вся серия фильмов «Форсаж» принесла студии Universal 2 миллиарда 700 миллионов долларов. По статистике, 44% зрителей в американских кинотеатрах были в возрасте до 25 лет. Одной из причин повышенного интереса публики к нынешней серии – это то, что это была последняя роль трагически погибшего в автокатастрофе Пола Уокера.